Это грусть. Тоже плохое. Вот видите, на день задержишься, и чем мне нравится это место, то видите, оно это... Грузди здесь такие вот плосконькие. Представляете, на вилочку подцепишь. Красота. Стопочку нальешь, на вилочку подцепишь. Зимой, когда за окном мороз трещит. Видите, какие красавцы. Красавцы. Вот так вот срежешь, по сторонам посмотришь, есть бугорки или нет. Красота. Как хорошо в лесу. Шесть часов утра, начало седьмого. Никто не мешается. Хотя вчера вот тут ходили, видно, что взъерошено. Ладно. Пойдем дальше. Вау. Самое то. Самое-самое. Только появляются. Ну вот, дреноож появился. И как я должен теперь его доставать? Я понимаю, что в свете последнего приказа Роспотребнадзора для юридических лиц и организаций, если тот же грусть, а то как волнушка, кто там еще у нас, рыжик, подберезовый масленок, больше, меньше 2,5 сантиметра, его брать для юридических лиц нельзя. Частникам можно. Ну и юрлицо, значит, что должно сделать? Наверное, должно прийти арендовать лес, часть леса, и собирать грибы, взять штангенциркуль, твою мать, и замерить. Вот видите, 4,4 сантиметра. Больше 2,5, больше брать можно. Вот мы его берем. Извините за дурдом. А нам, как я понял, что не запрещено, то разрешено. Вот видите, тут как ни крути, а с этого места уйти невозможно. Какие красотули! Я думал, ух ты, да, смотрите-ка, было бы прохладней, груздочки были бы чище. Ну, что есть, то есть. Что есть, то есть. Ну ладно, дальше пойдем. Стоп. Смотреть под ноги. От кучки. Раз, два, три. Вон там 4, дальше 5. Ну, 5 как минимум. Вау. Вот она, черемуха. Так вот и бывает.
божеский еще. Смотрите, рядышком вроде и незаметно, что кучка. Присмотритесь, да? Хороша штучка. В рифму уже заговорил. Вау. Это вау. Это не вау. Вот. Видите, разрезал не так. Так, так, так. Там вчера кто-то уже ходил, видите? Да, кто-то был вчера. Нужно внимательно посмотреть, вчера было за ночь. Грибы могли запросто вылезти. Ну, что-то не видно. Не видно. Парам-пам-пам. Эх-эх. Хорошо. Хорошо. Кашка. Да мала чашка. Нашли груздочек. Смотрите, все равно где-то будет еще. За редким исключением. Конечно. Вдоль вот таких палок тоже то ли вода стекает тут, то ли подгнивает древесина, поэтому. Вот поэтому, потому. Надо же. Пристроился. Ну, что ж, рыжики пошли, что ли? Да, рыжики, значит. Скоро все ринутся. Вот как может себя человек чувствовать после увиденного? Вот какой грусть. Вот, видите? Вот, растут вон. Вон там, вон дальше еще. Но вы же представляете, что это все старые грибы. Можно и не мучиться. Ясно, что тут здесь ничего не возьмешь, нужно смотреть. Молоденькие. Вон там тоже целая пачка. Да. Ну, может быть, вот такие вот только, если появятся. Тоже, видите, тоже уже все. Да, уж. Да уж, да уж. Да, это все грузди, ребята. Ну что, попробуем на удачу? Нет. Посмотрим молоденьких здесь. Ну вот эти вроде не так давно выползли. В смысле выросли. Вау. То есть смотри-ка. Нет, даже не ожидал уже. Столько изрезал. Один из 15, наверное, берешь. Видите, рядом уже это. Все, конченый товарищ. Тоже свеженький. Красава. Ай да красава.
Тарам-парам. Тарам-парам. Ну, проверил вот противопожарную канавку тут. Пусто-пусто. Ничего интересного в каменюках нет. Вот, уже бычки стоят. Там рыжики были. В общем, осенью пахнет. Самая хорошая пора для занятия камнем. Рыться, собирать и так далее. Хороши, хороши в лесу грибочки. Ну вот одно только не радует, что видите, сколько их приходится оставлять. Зато вот такие вот, вау, вау. Угу. Брусничка. Вау. Ладно. Один из двух, это уже приятно. Идешь, идешь, не видишь. Хрум. Все. Наступил, значит. Вау. Вау, вау. Еще бы вау-вау найти. Нет. Не прошел номер. Хотя почему не прошел? Вот видите. Эх. А то он, наверное, хрустнул-то. Ёлки. Неудачно. Ну ладно, что сварится. Кстати, такой рецепт знаю. Я его везде протаскиваю. На любителя, конечно. В конце опять укажу видео. Ну вот, ребята тоже собирали, тут прошли. Как-то невнимательно они. Ва-ва-ва-ва-ва. Хрум. Невнимательно. Грузди надо внимательно смотреть. Хорошо. Красава. Красава. Ну, это да. Это раздавил. Как ее повалило.
Ничего интересного. Ничегошеньки. Хорошая брусника. Вон грусть стоит. Хорошевский. Неудачно я его. Ладно, сварим сегодня. Ну и что у нас тут? Какой красава. Красава. Да, 3,7 вот сюда. В принципе, это правильно, наверное. 2,5 уж больно маленькие они. Че их брать? Пусть растут. Ну, тоже неплохое место случилось. Крепенькие. Ну, здесь не факт, конечно. Вау! Изумительный груздик. Рано камеру выключил. Хорошее место. Это что, тут еще один, что ли? Надо же. Еще один. Хорошевский, хорошо.